Однажды, в 1833 году, нашу губернию посетил Александр Пушкин, чтобы собрать материал для будущих книг «История Пугачева» и «Капитанская дочка». В Бёрдах Александр Сергеевич встретился с казачкой Ириной Бунтовой. Она видела и помнила самого Пугачева и многое поведала поэту. Пушкин дал ей на прощание червонец. Казаки на другой же день снарядили и привезли старуху и роковой червонец и донесли. «Вчераде приезжал какой-то господин, собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый и подбивал под пугачевщину. И дарил золотом. Должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти». Пушкин много тому смеялся. Поэт покинул Оренбург, увозя с собой неизгладимые впечатления о нашем крае и лиственницу, которую посадил перед своим окном в Болдино. Она растет там и поныне.